Начал работу летний оздоровительный лагерь «Байтерек» при школе-лицее номер 3 города Тараз. Всего в нем отдыхает 470 детей. Отдыхающие обеспечиваются однократным горячим питанием. Для школьников проводятся кружки робототехника, шахматы, рукоделие, познавательный английский, легкая атлетика, футбол. Кроме того, наставники библиотекари, психологи организуют мероприятия для детей по специальному плану. В нашей школе-лицее состоялось торжественное открытие детского пришкольного лагеря. В нашем лагере «Байтерек» дети смогут познавать много нового.